Здравствуйте. Это кастомная кампания для оригинального Serious Sam, и она проходит в Египте. Хоть это Isaac & Encounter. Но, неважно. Она достаточно прикольная, по крайней мере, первый уровень. И первое, что нам надо сделать, это пойти назад. Потому что здесь секрет такой же, как в Карнаке. Берем дробовик, появляется несколько вот этих вот невидимых наров. Далее мы возвращаемся. И выходим вот в этот двор. И нас встречает несколько солдатов. После того, как мы возьмем второй револьвер, их станет больше. Быстренько зачистим местность. Что-то. И так, еще появляются вот эти ребята. И что немного является странным решением для этого уровня, по крайней мере, при собирании нескольких предметов появляются враги. То есть в этом случае нужно собрать все 5 щитков на каждом пьедестале, чтобы появился дополнительный солдат. А в других каких-то случаях нужно взять здоровье в углу, или также щиточек, или еще что-то. Так что да, будем собирать вообще все, что только возможно, чтобы получить максимум убийств. Однако я в этом прохождении вряд ли буду идти ко всем убийствам, потому что, скорее всего, я не знаю, буду ли я играть следующие уровни в этом маппаке, их всего 3, но, скорее всего, здесь есть поломанные спауны, к чему мы все привыкли. Раз уж они есть в официальных уровнях, то тем более они есть и здесь. Итак, пойдем сначала сюда. Тем не менее, я найду все секреты. Покажу их вам. Ага. Нам нужно взять это крыло и следующее в соседней комнате, чтобы продолжить. Комната напротив идентичная. Немного другим набором врагов, но тем не менее. Ты еще солдата слышу? А вот он. Обычно все собираем, потому что мало ли, я особо не запоминал, какой предмет кого спаунит, так что будем просто собирать все, что есть. Сейчас вроде. Ага. Никого вроде не должно быть. Есть только вот здесь ребята за углом. Что-то у меня с прицеливанием сегодня не все здорово. Так, в этой комнате. Ага, много вот этих ребят. Наверное, можно уже взять дробовик. Итак, следующая комната с бассейном очень напоминает
подобную из уровня Хатшепсут из первой части. Здесь будет очень много солдат. А также наш второй секрет, который мы активируем через несколько мгновений. Итак, здесь есть вот такие щитки, разбросанные по всему этому залу, в основном за колоннами, и их просто нужно все собрать. После того, как мы их соберем все, будет такое уведомление и коробка с патронами. Заплывем сюда, заберем бонусы. И двигаемся дальше. В следующем зале мы должны получить дробовик, насколько я помню. Да. Теперь уже официально. Фокусируемся на солдатах. И далее будем нарезать юнар. И появляются вот эти вот чуйки. Отлично. Далее здесь такие вот коридорчики. Засада? В смысле? Ладно. И вот это вот меня немного смутило при первых прохождениях. Вот этот вот факел немножко выделяется. Я даже подумал, что его можно как-то использовать там или разрушить. Что он выглядел как будто это секрет. Но это не секрет, это просто... Не знаю почему, это упущенная возможность, по-моему. Странный косяк. Оу. Интересно. Проверим, никого ли мы тут не забыли. Повторюсь, на все убийства не иду, но хочу получить максимум. Вот здесь должны появиться... Ой, скелеты. Один всего лишь. Окей. Убираем здесь все вот эти вот бонусы. Я тебя вижу. И скоро мы снова выйдем на улицу. Покинем все эти египетские коридоры. И да. Вот и свежий воздух. Ух ты.
Я его потерял из виду на секунду. Так, после того, как мы возьмем эту бензопилу, появятся еще ребята. Ой. Так. Ну и далее. Эта пирамида — наша конечная цель. Но пока что она закрыта. Мы пройдем сюда, чтобы активировать еще волну врагов. Чтобы нам войти в эту пирамиду, нужно сделать некоторые манипуляции в следующих дворах. И вот зайдем также вот сюда, на эту площадку, чтобы появились еще ребята. Берем все, что здесь плохо лежит, на всякий случай, или хотя бы коснемся. Тоже заходим в этот двор. Нас, разумеется, встречают. И здесь. А вот это вот. Эту броню тоже. Оу. Так. Ага. И здесь, как заботливо, таблеточками выложена дорога, куда нужно идти. Ну, знаете, как в Бэтмене. Стреляем этих ребят. Еще кого-то слышал. А, это в соседней комнате, неважно. Эти щитки также спаунят врагов. Еще один с другой стороны. Мы возьмем этот щиток. Эй, солдат. Это то, о чем я говорил. И вот здесь вот, за углом, прячется секретная таблетка, после которой появляется еще двое солдат. Мы входим в зал, в котором нужно нажать кнопку, чтобы двинуться дальше. Опять же, все-все-все собираем. Как я так не вывернулся от него? А?
Ну ладно. Так вот, кнопка. Открывается дверь. В том дворе. Таблетками Пэкмана. Разумеется, просто так нам не дадут вернуться назад. Ничего сложного, но весело. Еще появляются два солдата. Так, куда ты делся? Ау. И здесь нас предупреждали о том, что будет скорпион со скелетом. Сначала выманим скелета сюда, чтобы он не мешался. А дальше бьем скорпиона из дробовика, прям как в легенде о звере. Аккуратненько. Отлично. Как там? Ау. Слышу, вот он появился. Сюда. Я зачем-то разбудил обоих скелетов. Обычно их по одному выцеливаю, но... Ну да ладно, проблемы-то не составило. Здесь зорги за углами. С другой стороны тоже. Наконец-то получаем бустолку. Хочу проверить на всякий случай, нет ли здесь стандартной приколюхи в создании карт для Сириусама. Нет, нету. Ну, знаете, когда несколько проходов и каждый активирует разные спауны. Это мое третье прохождение, по-моему, я не обращал на это внимания почему-то. Тем не менее, мы видим биомеха. Благо маленького. Также здесь за углами много плохих ребят. Удары что-то не идут. Также здесь, секундочку, здесь есть секретный щиток, респаунинг гнаров, или одного гнара. Так. Это наш последний секрет, а здесь, если интересно, ничего нет. И эта кнопка открывает вход в пирамиду. Евгений нам что-то пишет в стиме. Привет, Евгений. Отвечу позже. Да.
мы пока заняты. Ой-ой-ой-ой. Ничего страшного. Так, здесь будет засада. Я не говорю о них, я говорю о них. Здесь также будет засада из скелетов состоящая. Ой-ой-ой. Ау. Быстро он умер. Наверное, хватало много перекрестного огня. Бедолага. Здесь будет достаточно крупный для этого уровня финальный бой. С участием БК. Ну и вообще всего бестиария, который мы встречали до сих пор на этом уровне. Чё, кто-то где-то есть? Кажется, нет там. Да, я подозреваю, что сейчас будет на счетчике убийств. Да, именно так. Двух убийств не хватает. Трое ребят находится вот здесь. Сейчас, секунду, я еще там проверю. Я просто знаю, что еще три солдата попадутся по пути, и на этом все. Как вы видели, я заглядывал за каждый угол, подбирал каждую таблетку, но тем не менее двух врагов не хватает, к сожалению. Но это не беда, мы все к этому привыкли. И да, вот такой вот уровень. Он достаточно простенький, но я нашел в нем свой шарм. Он хорошо сделанный, аккуратненький такой. Тут арена интересная, визуал. Вообще приятно на нем играть было. Я когда думал, записывать по нему прохождение или нет, я, опять же, искал секреты, я искал врагов вот этих вот недостающих, и я переигрывал его. Это третий раз, когда в него играю, его обшаривал везде, искал, где что можно, но это меня не раздражало, и я понял, что да, я хочу его записать. Ну, я не знаю, еще есть две карты в этом моппаке. Я не уверен, хочу ли я их записывать. Скорее всего буду, но пока не знаю. Пока что прямо в планах вот четко нету. Ну, посмотрим в будущем. Тогда вот именно этот уровень мне понравился. Тем не менее, да? Спасибо большое за просмотр и всего доброго.